Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться уже этим летом, отложены на год. Но страсти вокруг Олимпиады не утихают. Японский бизнесмен, получивший миллионы долларов за свою работу по реализации успешной кампании по выбору Токио столицей Олимпийских игр, привлек внимание общественности. Выяснилось, что Хараюки Такахаси дарил подарки одному из членов Международного олимпийского комитета Ламину Диаку, которого впоследствии обвинили в коррупционных действиях. Такахаси не отрицает, что Диак получал от него подарки. Бизнесмен считает, что нельзя приходить на встречу с пустыми руками. Таковы нормы этикета. Известно, что француз получил от него цифровой фотоаппарат и часы фирмы Seiko. По словам Хараюки, эти подарки не были дорогостоящими. А вот банковские записи показали, что на часы ушло порядка 46,5 тысяч долларов. Регламент МОК допускал выдачу подарков номинальной стоимостью на момент проведения выборов столицы игр, но не оговаривал конкретную сумму. Как сообщил адвокат одного сенегальского спортивного деятеля, за день до голосования Диак на встрече африканских олимпийских представителей сказал, что планирует поддержать Токио. Однако француз не навязывал свою позицию другим участникам. Международный олимпийский комитет, как и ожидалось, заявил, что он не был в курсе подобных подарков. С 2015 года французские прокуроры ведут расследование в отношении Диака, который ранее возглавлял Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Он также был обвинен в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за добавление Рио-де-Жанейро в список городов-претендентов на проведение Олимпиады в 2016 году. На сегодняшний день Диак находится под домашним арестом во Франции. Французские прокуроры получили финансовые отчеты от правительства Японии в рамках расследования Франции о том, заплатил ли Диаку заявочный комитет Токио, чтобы гарантировать его голос в свою пользу. Сам Ламин Диак отрицает свою причастность к нарушениям и взяткам. Отметим, что олимпийская подготовка обошлась японским налогоплательщикам в рекордные 13 миллиардов долларов. А перенос игр на 2021 год шокировал корпоративных спонсоров, которые вложили в проект рекордные 3 миллиарда долларов. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Что для вас значат цифры 24-7-12? Код от сейфа? Дата рождения или годовщина свадьбы? Порядковый номер очередного документа в архиве. Для нас это время свежих экономических новостей. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Все самое важное на портале finversia.ru.